То, что вот тесновато, а так мы живем неплохо, дружно. Нам хорошо, поддерживают родители. Родители, бабушки, дедушки. И сами, конечно. Жители Куйбышевского района в этот вечер отличались дружным позитивным настроем. Активно отвечали на вопросы тематической анкеты и задавали представителям власти свои. Тема семьи и детства близка каждому, поэтому волновала насущная. В основном содержание, воспитание и обучение детей, как родных, так и находящихся под опекой. Все те вопросы, которые задаются, они находятся в рамках компетенции работы органов опеки и вообще службы семьи. Поэтому ситуация, конечно, у всех разная, но тупиковых вопросов не было. Естественно, что каждому человеку подход индивидуальный, но все вопросы, в общем-то, решаемые и можно объяснить. Одна из основных задач проекта на связи с губернатором – взаимодействие власти и населения. Можно создавать сколько угодно законодательных документов, но понять, как они работают, невозможно без обратной связи. На основании рекомендаций жителей чиновники и депутаты могут корректировать действия местных и федеральных законов. Однако власть волнует и менее масштабные проблемы. Например, дружат ли, общаются ли между собой жители района. Я думаю, что когда жители живут общими идеями, когда они живут общими интересами, это же очень важно для власти. Почему? Потому что, значит, им комфортно, они живут в комфортной среде, и эта комфортная среда позволяет развиваться городу и в целом стране. Вопросы ответственного родительства, летнего отдыха детей, взаимоотношений в семье. Жители района получили в этот вечер ответы на свои вопросы. Для того, чтобы не пришлось запоминать информацию о социальных льготах и выплатах, для них подготовили специальные пособия. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, «События».